ситуации. Лэри пытается выйти в спину или не за Слэри выходит, пока не ясно. Тайдхантера. Тайдхантер сейчас летят с Макита. Хантера все убить будет неплохо. Выбивает на Тайдхантера. Тайдхантер отправится вверх, похоже, очень быстро. Подсейвили его, пытается. Ой-ой-ой, своп пошел и прожимает от него ультимейт. В итоге пока все живут. Тайдхантер под Валидишем получает много урона, но отправится вверх, он, конечно, не будет. Вингу пробивают. Срез вайпер, ставит этот Дозвар. Дозвар натыкивает неплохо, сбивает его, пока никто не собирается. Дозвар, конечно, много дамаживает, убивает. В итоге еще у нас СЛР пробивает неплохо. Тирблэд, Тирблэд, Беста Верн, появляется Верн, у нас еще и Чен байбек, это у нас в итоге вайпер пробивает у нас в итоге еще Тайдхантера, будет по форме, похоже, минус 5, хотя нет, Тайдхантера пробить довольно-таки сложно, все-таки слишком толстый товарищ. В итоге минус милишный барак, слипают Бараша, Бараш пока что отдыхает, врывается на Мэлисона, Мэлисон прыгает на Снасида, есть хроносфера по двоим, отлично, есть Зандергоус, также у Дивса проблемы у Урсы, Урса БКБ юзает, выживает на лоу-хп, ну и тут Бараш просто идет и разрывает тех, кто говит, трипл килл уже оформляет, должен еще и морфа забирать, но нет. У Клопы, ой-ой, по дизастеру залетают, вовремя отпрыгнул, Доджер с дота залетает с БКБ, сразу начинает нарезать, но тут же Дефар, Гвардиан Энджел ставится, нечем сбить, потому что у нас уже погибло Миара, минус 3 от Доджерса, только дабл килл, но тем не менее, это почти вайп, Роланд последний, прилетает. Или это из-за того, что ребята нафармили важные айтемы. Здесь у нас тем временем война началась. Магнус врывается под Сайленс. РП не может поражать. Просто-напросто его, скорее всего, сейчас убьют. Дает РП. Джиггернаут. Серьезные проблемы. Еще есть Кювер. Как же больно. Джиггернаут. Таверен. Минус 2 для команды Йолу. Магнус погибает в размен. Здесь у нас Чен тем временем минус 3 уже оформляет на Йолу. Минус 4. Дабл килл для Свена. Дабл килл для Брутмазер. Просто минус 4. Ну и что? Пытаются пока поотфушивать. В принципе, соспушивать. Что имеется? Имеется инвокер. Инвокер выехал пока что с передрейкера. Ранился на него, не спи ничего откинуть, прожимает сразу БКБ, полетел сразу страйк, пробивает инвокера неплохо, подсейвили дизрапшеном. Нас пойдут, даже не подсейвили, а пытались его там остановить, но толку от этого было пока что мало. Куба пока не ставится, убивает еще Нюкса. Нюкс сразу же байбек, под БКБ он Слэри пытается отойти, есть у него Егис. В принципе, есть у него Шива, который он еще не юзал. Люкан под шифт-шифтом пытается теперь кого-нибудь догнать, пытается подраться, но раз пока не получается. Вешается у нас Сулкетчер на ОД. Куба ставится по одному, не особо хороший, сва пошел по Люкану, пытается пробить Нуно, но ветра неплохие залетают. Тенвокер, но пока поцелили, хотя кажется у него 6 шифт, но он пробивает. Ну, сейчас забрать верну тычку, остался одно загинут под Ангелэйшн, все-таки он будет жить, все-таки он уходит, а Чимба от блинкаут ушел, на его подняли Тенвокер, но он пытается хоть что-то сделать, но пока пробивает его под Клоснема, жить у него пока не получается, хотя на Тенвокер отпрыгивает, все-таки будет он пока жить, паунс пошел под Чимби, а Чимба пробивает, а Чимба после байбека, и сейчас Тенвокер бросает верну, прожимает как раз таки ультимейт, новый гейм имеется, Сларк летает, как же будет от Слэри, и там у него натырено, конечно, очень много интересных, пятнашку, убивает в итоге еще и Нюкса, в итоге это минус 5, по-моему, или даже минус 6 было оформлено. Байбай Сабруда, ну и good game. Хотел сказать, зажались, но нет. Морфеус залетает, блэкхол может быть. Нет, ни по кому не прилетает блэкхол. Сбивается все моментально метеоритом. Торнадо умирает. Энигма. Дефарт настреливает, умирает Накамура. SLQ дает станчик, но тем не менее должен погибать от Доджерса. Пытается он догнать дизастер. Дизастер погибает, он без байбека. Винга, скорее всего, должна отдаваться. У нее очень маленькая хп, она также погибает. Пак единственный, кто сейвится в этой ситуации. Проблема в контроле у команды Йола. То есть именно в станах. Здесь всего один стан, и то у Винги. Здесь цепляют Дазла, как же неприятно. РП проходит по троим, все по таймингу делают моментально. Минус 3 дело, теряет Аиги Джиггернат, продолжается файт. Омниш слэш сейчас будет использован на Свена. Нужно срочно подойти к крипам, подходит к крипам. Нет, делает пока что Омниш слэш, Джиггернат. Как же больно, и в итоге у нас переключается он на крипов. Сид, просветили его, Сид в позиции, если быстро убить Вич-Доктора, то получится все очень даже неплохо, Глобал сейвит Вич-Доктор, надо ставить палку, до сих пор бежит от ЦК, у нас Сид, там хроносфера по троим еще поставлена, ОД сразу же минус, в итоге размен 1 в 2, также погибает Оракл, минус Хаус Найт, но варды стоят. Ну и подходит Death Profit, которая сейчас будет всех убивать своим экзорцизмом, бежит за всеми, кого только видит, находит Вершал Спирит, Винга тоже погибает, был байбек от Хаус Найта, пытается помочь как-то своему тиммейту, в итоге один остается, ну и тут надо ему не подставиться, все же да, разминулись ребята, хотя на развороте будет драться, цепляет у нас Мипошка пол хп уже потерял, дальше пытается, конечно же, уйти, есть Сайленс от Бараша, Бараш тоже неплохо получает хорошие подачи. Ну, высасывает дэмэдж настоящего как раз товарища. И Мэлисон до конца сражается. Убивает Death Profit. Но тут яжица все же был сильнее. Будет он фуловый. Так что вот этот флит и дэмэдж пока не считается. Ну, зато потратил. В принципе, ресурса немного.
Так что не страшно. Нуна прилетел, как бы не с его прилетел сюда. Потому что Шейкер летит, Шейкер пошел, пошел только куда он. И Инвокер рассказывает, Зен тоже таранился. Но Зен сейчас тоже прятался вверх, сразу прилетели два байбека. Байбека нету, Инчатер будет сейчас терять, они точно в сторону. Подраться, похоже, не получится. Попытатель Дримкоил, драться там особо так-то нечего. Хотя пытается вроде цепляться Лерис, налили дэмэджа, неплохо. Сейчас его потом подрегенит. Поймали на Ил Пака, Пак отминковался, поймает боковой у нас Нуна. Нуна начинает настреливать по Шейкер, ставится Дезвард, Дезвард настреливает, Дезвард бьет нечем. Ну и, похоже, игра будет сейчас заканчиваться. Хотя Нуна пытается уйти, Нуна после байбека отправляется верну, Пак отминковывается, Пак летит за ней ракета, Лагуна отлетает от Лины, Лину привязали при помощи Фортуны Энда, вырывается Пак, прям, куда там ворвался, Пак раз в старпу и отправляется верну.